Нет, не женщина. Нет, не будем просить, не будем просить. Итак, не будем, не будем. Да, номера есть? У нас такая связь отличная, ментальная. Окей, хорошо, ребят, второй конкурс очень простой. Связан он, конечно же, с 2GIS, с теми людьми, которые там организовали лаунж-зону. И связан он с ориентированием на местности. Это называется ориентирование в пространстве. Сейчас на этом экранчике будет показана, выдаваться карта этого павильона. Все очень просто. Вот рано, рано включили. Ну ладно. Давайте так. Кто первый включит, что на крестике, тот получает подарок. Ничего не слышу, все неразборчиво кричат, а громче. Тут кричат концертный зал, но а что там будет в концертном зале? Мы сегодня говорили, что там будет. Косплей. Дева, вам сказали раньше, по-моему. Да, перелазь сюда, давай вместе с нами. У нас есть подарок от... От, видимо, 2GIS и от вас клаба, тоже наших друзей, которые здесь рядом с БТР стоят, но о них мы расскажем чуточку позже. Мы можем хотя бы сказать? Да. Ну, держи. Это крутой энергетический торнадо. С ним бодрость она просто забирает. Е-е-е-е, ребята, аплодисменты, давайте. Ну, давай поговорим с тобой. Ты во что играешь? Играешь вообще во что? Ты просто так зашел. Во что, например? Нет. Что? В лоу. Да. Лига Леджендс, его аплодисмент для девочки. Кстати, все видели книги, я думаю, что все знают прекрасно, что это книг совместно Real Games, вместе с Imagine Dragons, да? Официальный гимн League of Legends. Окей, а ты будешь участвовать в Кубке Игрекса? Что такое? А есть люди еще, которые будут участвовать в Кубке Игрекса здесь? Есть, окей. Спасибо тебе. Отлично. Отлично, дальше. Вперед. Остальные просто, видимо, готовятся еще, там, настраиваются, пальцы. Пока не выводите, пожалуйста, на экран следующую картинку. Давай, может быть, расскажем, что такое вообще Vast Club. Хорошо, давай расскажем. В общем, все извечный вопрос с каждого геймера, как обойтись в любимой игре без доната. Да? Вот я себе этот вопрос ни разу в жизни не задал. А я задавал, потому что иногда невозможно так руки тянутся, да, к карточке, кошельку. Нет, без денег вообще сложно. Но эти ребята знают, в общем, ответ на этот извечный вопрос. С ним можно подружиться, поговорить, они все расскажут и покажут. Ну и, конечно, если вы зайдете на сайт vastclub.com, там, собственно, пользователям дается возможность заработать игровую валюту, играющую в прямом смысле слова. Там даются задания, и, в общем, посредством этих заданий, выполнения этих заданий, можно заработать себе личики всякие разные, кайфовые. Ну и мы продолжаем дальше, да? Давайте так, продолжим. У нас картинка номер 2. Внимание, музыку нам можно убрать, потому что мы сейчас должны слушать ребят. Картинка номер 2, крестик в другом месте. Кафе! Про еду знают все. Что делать, Леха? Что делать? Ну как? А давайте нет, давайте. Подожди, Леха, тут все честные. Ты зачем это? Я честный? Я верю. Ну как то? Иди сюда. А это тоже юный геймер. Это тоже, да. У нас был человек, которому 12 лет, который уже чемпион. Давай спросим. Ну, на берег торнадо, наверное, можно там такая категория 0 плюс или что? Мне кажется, нет. Владельцам нельзя, да? По воле. Ладно, ну да. А все, пойдем заблудился. Я здесь. Ты играешь, скажи мне? Да. Что ты играешь? Я знаю только World of Tanks. Что же с первым этом World of Tanks? Counter-Strike? Ну, Counter-Strike-то я знаю, конечно. Держи себе подарок. Я не знаю, кому ты его дашь, старшему брату или старшему брату. Но ты молодец.